Эти отверстия являются временными и нужны только для того, чтобы на время зафиксировать деталь друг относительно друга. Сейчас я буду обрабатывать отверстия для того, чтобы контуры были более плавными. Теперь, когда детали полностью подогнаны друг к другу, можно немножко вот здесь скруглить уголочки для того, чтобы было проще заправлять. Сделать вот эти выступы поменьше, потому что они все равно скрыты. Проведем контрольную установку. Теперь все должно быть намного попроще, надеюсь. Все сходится, можно шлифовать. Шлифовка – это дело долгое, нудное, но от него зависит итоговое качество изделия. Потому что даже если вы сделаете какой-то шедевр, и он будет плохо отшлифован, то грош цена всей работе. После работы со всевозможными расшпильными дисками на древесине остаются не только царапины, но и скрытые следы. Если присмотреться, вот здесь сейчас покажу маленькая точечка. Вот этот маленький белый участок и вот здесь, вот, например, белый участок. Они абсолютно гладкие, но на самом деле здесь нарушенные волокна. То есть, когда расшпильный диск срезает древесину, он, конечно, срезает сами волокна, но он еще нарушает дерево на некоторую глубину. Поэтому будьте очень внимательны. При покрытии, допустим, лаком или маслом, вот этот участок неизбежно впитает масло не так, как основная поверхность, и он будет выглядеть совершенно иначе, он будет отличаться. То же самое касается и царапин. Даже если маленькие царапины остаются, их тоже нужно обязательно удалять. Очень заметен результат при шлифовке вдоль волокон. Вот здесь вроде бы все было очень ровно, а при шлифовке выявились светлые участки. Вот это обязательно нужно будет вывести. Для изготовления основания я буду использовать абсолютно такой же орех. Он немножко потемнее. Я выпилю вот эту светлую часть. Здесь толщина 65, мне нужно толщину примерно 35-40 мм. Сразу распущу на ленточной пиле и дальше буду выкраивать из него круг диаметром около 200 мм. Пока заготовка сохнет, не буду терять время даром и расточу отверстие до квадрата. Отверстие я растачиваю так, чтобы снизу квадрат был чуть-чуть меньше, чем сверху. Сюда потом будем забивать деревянные клинышки. Сделаю небольшой предварительный съем.
теперь снова вооружаемся диском и идем на улицу мусорить. Основание приобрело основные очертания, и сейчас тем же самым способом мы будем соединять. Для начала сделаю разметку. Так, это у нас генеральная примерка. Отмечаем. Вот такая предварительная примерка. Пока еще все выглядит очень грубо и топорно. Но сейчас мы сразу наметим отверстия, где будет располагаться. Ну, в общем, получается неплохо, и теперь остается только выглаживать. А сейчас у нас пойдут немножко другие фрезы. Это фрезы спиральные и твердосплавные. Сейчас покажу. Вот такие замечательные фрезы. Очень сложные в обработке, и думаю, здесь просто не обойтись без мультиинструмента. Думаю, что без мультика вот эти участки будет обрабатывать довольно сложно. Можно, конечно, все это делать вручную, но это долго и сложно. И, конечно же, не стоит забывать о таком хорошем инструменте, как цикля. Вот такая фигурная цикля здесь тоже будет очень хорошим помощником. Наконец-то блюдо готово, но все, что мы делали до этого, является лишь технической частью. А вот сейчас начинается самое интересное. Сейчас мы будем превращать медь в золото. Ну, конечно же, я шучу. На самом деле мы будем оформлять вот эту центральную медную часть. И мы будем делать рисунок. Точнее, мы будем проявлять тот рисунок, который уже есть на металле. Прежде чем обрабатывать деталь, надо ее полностью хорошенько обезжирить. Для того, чтобы реакция прошла нормально. Это осетолин. Можно также протирать тонким-тонким слоем настойки боярышника, если есть желающие любители. Следующее, что мы будем делать, это отбеливание. То есть сейчас мы удалим слой окисла с поверхности металла. И делать будем это при помощи кислоты. Вот такая концентрированная кислота аж дымится. На самом деле, опять я шучу, это всего лишь кипяченая вода. Просто горячая вода. А кислоту мы будем использовать лимонную. Кислота замечательно растворяется. Концентрацию можно сделать побольше, можно поменьше. Смотрите сами. Для ускорения реакции металл можно слегка подогревать. Thank you.
несмотря на то, что лимонная кислота является относительно безвредной, лучше, конечно же, работать в перчатках. Поэтому с меня пример не берите, принимайте всегда лишние меры предосторожности. Лишняя осторожность лишней не бывает. Сейчас я промою деталь в проточной воде, высушу и будем приступать к нанесению патины. А сейчас мне понадобится специальная кисточка. Смысл в том, что не должно быть никаких металлических частей. Вот я обжег стеклопластик, и у меня получилась такая очень мягенькая кисточка. Если вы не знаете, где взять такую стеклопластиковую палочку, то можете просто взять кончик от удочки. Сейчас очень много стеклопластика продается во всяких рыболовных магазинах. Сами найдете такие зелененькие кончики тоненькие, но единственный диаметр поменьше. И помню, одно время такие же кисточки продавались в детских магазинах. Но здесь сразу хочу сказать, что детям ни в коем случае вот эти вещи не покупайте. Даже у меня, человека с деревянной шкурой, после контакта с этой палочкой остается очень неприятное ощущение. Стекловато буквально впивается в кожу. Также следует помнить, что волокно здесь очень тонкое, и оно буквально летает в воздухе. Достаточно немножко постучать по кончику кисточки, чтобы образовалось облако стеклянной пыли. Патинировать металл можно различными способами. Есть, например, очень хороший проверенный вот такой состав. Раствор для холодного воронения «Ворон 3М». Продается в охотничьих магазинах, может еще где-то встретить. Он, конечно, предназначен для стали, но также очень хорошо работает и по медным сплавам. Я же применю другой способ. Вот это холодное воронение дает черно-сизый цвет. Мне хочется сделать цвет коричневатый, поэтому я буду патинировать другим составом. Вот у меня в пузыречке есть такие вот камушки. Это серная печень. Приготавливал ее сам, сплавлял поташ с серой, и получились вот такие конки. Когда мы разводим серную печень в воде, то у нас получается вот такой вот страшный состав. Работать с серной печенью обязательно в хорошо проветриваемом помещении, потому что вас ожидает очень резкий, очень сильный, неприятный запах сероводорода. То есть будет вонять тухлыми яйцами, причем очень сильно. Как будет выглядеть процесс? Патинирование зависит, конечно же, от концентрации, поэтому смотрите сами способ нанесения, выбирайте, какой вам больше понравится. Вот такой замечательный результат. Я умышленно не делаю патину очень темную, однородную, пусть она немножко будет такая пятнышками. Нанесение патины закончено. С обратной стороны я не стал так сильно темнить, сделал концентрацию поменьше. Сейчас снова промывка в проточной воде и сушка. Теперь берем наждачную бумагу зернистостью 2500 единиц, ну, к примеру, 2500. Может быть, вам понравится что-то другое. И очень легко без нажима протираем. Получается очень красивая текстура, но и на обороте вас ожидает тоже не менее красивый результат. Остается слегка защитить рисунок, и сделать это можно при помощи обычного мебельного масла либо воска. Покрывать деревянные элементы я также буду маслом. Хотел сначала делать это в сборе, но после передумал, потому что очень трудно будет удалять масло из щелей. Есть вариант, конечно, использовать ворсяную щетку, но щетки у меня нет, поэтому я покрою маслом детали отдельно, а потом все соберу. И в самую последнюю очередь буду здесь вставлять деревянные клинья.
пока масло сохнет. Я не буду терять время даром. Напилил вот таких реечек, ленточные пили. Это Эйген. И сейчас буду сделать клинышки. Хорошо подходит, и теперь отмечаем, где нам нужно обрезать. И вот что у нас получается. Все заглушки на своих местах, все отшлифовано, все хорошо, красиво. И остается теперь убрать вот эти вот выступающие концы, срезать и подшлифовать. Проще всего убрать выступающие части при помощи бормашинки. Но здесь уже, конечно, бормашинка нужна миниатюрная. Установка заглушек в донышке ни к чем практически не отличается, за одним только исключением. Их невозможно будет вытолкнуть, поэтому нужно будет подходить очень ответственно. В коем случае не перепутать направление. Вот так. Все клини установлены на место, и остается только протереть их маслом. Во-первых, сами клинья требуют обработки. Во-вторых, кое-где еще нарушено покрытие, кое-где подшлифовывалось. Ну и, естественно, надо не забыть промазать и сзади. Закончен наш мастер-класс. Надеюсь, что кому-нибудь из вас он пригодится, понравится. Кто-то, конечно, сочтет, что эта работа слишком замудренная, и эти усилия не стоят такого результата, который получился. Но, тем не менее, 4 дня кропотливого труда, я считаю, что не пропали даром, и все-таки получилось вот такое изделие. В части применяемых технологий сразу скажу, чтобы исключить вопросы, я не подготавливался. То есть все это делалось буквально экспромтом, ну, немножко знаний физики, немножко знаний химии, свойств материала, и вот получился такой результат. То есть вот текстурирование, например, чернение. В любом деле, для того, чтобы получить качественный результат, несомненно, нужно в первую очередь все хорошо продумать. Надо хорошо подготовиться, ну и, конечно же, надо проявить немножко усидчивости, немножко терпения и старания. И тогда все получится. И самое главное, не бойтесь экспериментировать. Не следует загонять себя в рамки, зацикливаться на каких-либо изделиях. Например, есть люди, которые занимаются только лестницами, или те, кто занимается только мебелью. Попробуйте себя в чем-то еще. Возможно, конечно, вы и не найдете какого-то нового для себя направления, которым бы можно было заняться всерьез и надолго. Но, тем не менее, уровень профессионализма все равно в любом случае у вас повысится. На этом я с вами прощаюсь. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь в соцсетях. Также жду ваших вопросов, комментариев в обсуждении к этому видео. И не забывайте подписываться на канал, кто этого еще не сделал, потому что впереди вас ждет еще большое количество мастер-классов. Ну и на этом все. Пока.